Привет, друзья! Публикуем кадры испытаний российских самодельных роботизированных платформ серии «Автобот». Начинающие дальневосточные разработчики постоянно совершенствуют дроны, и сейчас они представлены в разных версиях. Некоторые из них мы вам покажем. К сожалению, технических подробностей по дронам мало. Все версии являются прототипами. Начнем с версии дрона «Автобот 08». Вооружение дрона – пулеметы ПКТ и ПКМ. Также дрон оснащен гранатометом РПГ-7. Дрон предназначен для удержания обороны в заданном районе, а также для штурма зданий. Дрон можно использовать и для разминирования, в частности снятия растяжек мин. Следующая версия – дрон «Автобот 06-2». Дрон оснащается 12 гранатометами. В зависимости от поставленных задач могут использоваться гранатометы РПГ-7, РПГ-18, РПГ-26 и РПГ-27. Судя по видео, получился как бы мини-дрон РСЗУ. Дрон имеет лазерный прицел и оптический зум. Радиус действия дрона, по словам разработчиков, до 100 км. Как это реализовано, не сообщается. Третья разработка – дрон «Автобот 04». Вооружение дрона может меняться. Дрон может также штурмовать здания и держать оборону района. Технические подробности не сообщаются. Проект российских боевых дронов развивается благодаря народной помощи. Если у вас есть желание, вы также можете им помочь. Ссылка на их телеграм-канал и реквизиты для помощи в описании к видео. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все.